Портал FB.ru расскажет о последней фаворитке Никиты Михалкова, которая родила дочь. Вот вроде бы идеальная семья Татьяны и Никиты Михалковы, живи да радуйся. Но нет, вечные разлады и измены Никиты. Лично для меня супруга легендарного режиссера всегда была неким идеалом женственности и покорности. Она же на протяжении всей жизни философски относилась к новым фавориткам мужа, а их было немало. Вот одна из последних – журналист Мария Лемешева. Их роман длится много лет, начиная с 2000 года. И, кстати, Татьяна Михалкова была в курсе. Кто же такая эта Мария Лемешева? Коренная москвичка, 1977 года рождения. Были планы стать профессиональным художником, но поступила на филфак МГУ. Затем получила искусствоведческое образование в Швейцарии. Начала работать редактором и ведущей на телевидении. Впервые появилась в программе «Телевизионная служба новостей» на ТВ-6. Первая встреча Марии и Мэтра состоялась на одном из кинофестивалей, куда журналистка приехала исполнять свои прямые обязанности, а именно брать интервью. В плане личной жизни Лемешева на тот момент была глубоко замужней женщиной. Видимо, это ей и мешало развернуться по полной. Она не видела дальнейшей карьеры, ей нужна была слава. А как ее получить, имея под рукой законного супруга? Не стану описывать, какие она знаки внимания оказывала Михалкову, но в тот вечер они уехали вдвоем. После той судьбоносной встречи Михалков устроил Лемешеву трудиться на Первый канал, да и дома практически перестал появляться. Кстати, в то же время у журналистки появилось свое личное шикарное авто и квартира в столице. Совпадение? Не думаю. В 2011 году Мария родила дочь Марфу. Официально Никита Михалков ребенка не признал, но все эти годы они были вместе. Роман длился более 10 лет. С самого рождения дочки Мария не публикует ее фото в своем инстаграм, тщательно скрывает от чужих глаз. Видимо, не хочет, чтобы искали сходство с Никитой Сергеевичем. Сразу после родов Лемешева возглавила один из модных журналов, учредителем которого является сам Михалков. Опять совпадение? Именно после рождения дочери Мария получила зеленый свет на все светские мероприятия и показы мод. Ее жизнь кардинально изменилась. Помимо всего, она является членом Общества кинематографистов России. Напомню, что у Никиты Михалкова 4 признанных детей от 2 жен. Старшему сыну уже 53 года. Даже он старше Марии Лемешевой, а также 4 внуков и 1 правнук. А вам нравится Лемешева? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.